Ух ты, как низом сыграл. Роскошно разыгрывает ЦСКА. Великолепно. Но так и есть. Шикарно разыгран угловой. Еще раз смотрим. Еременко и под удар. Вот сейчас он у чужой штрафной. Он разыгрывает этот стандарт. Калачев подает. И удар поворотом. Немножко сильно соглашусь с главным тренером ЦСКА. Обратите внимание, в спину толкает Игнашевича. Вот здесь. И судья на это дело не прореагирует. Часто мы ангольцы называем, но потому как ЦСКА в атаке. Подача. Еременко. И удар поворотом. На 42-й минуте. И опять загоняет Канга. Один. А вот это уже пас отличный. Падение в штрафной. И на точку пас со скамейки. Урбан Бекич в скипе прибежал из своих ворот. Требовали красную карточку. Мало им пенальти. Пора смотреть пенальти. Пенальти. Дьяков бьет. 1-0. Ростов выходит вперед. Тошич. Тошич смещается. Бьет моментально. Снова Натхо. Тошич. Тошич смещается. Бьет моментально. Принято решение. Загоев. И на испабой выцепил его. Миланов, Натхо, подача в штрафную, Фенблум, скидка, гол! Миллисекунду своего соперника, великолепная подача Бибраса Натхо, и дальше удар поворотом Понтуса Фенблума, опорного полузащитника, который...